Надо! Надо! Вперед, парни! Побежали! Чего стоим? Вперед! Здравствуйте! На сцене Стояновка Молдова! Мы в Одессе, а здесь все иностранцы приезжают тратить свои деньги. И, конечно же, мы с удовольствием на это посмотрим. А в Одессе есть на что посмотреть. Построили Стамбульский парк, отреставрировали Приморский бульвар, поменяли все 192 ступеньки на Потемкинской лестнице. У меня к одесситам только один вопрос. Где спасибо? В общем, классно у вас в городе, но нас ничем не удивишь. Мы многое повидали. О, негр! Извините. В общем, мы отдыхающие. Песня отдыхающего. Молдовы приехал рабочий Андрей в Одессу на отпуск с женой. Целый год копил деньги на отдых в 5 дней. Думал, хватит ему с головой. Но Андрей закричал на весь ЖД-вокзал, как услышал цену на жилье. А риэлтор ответил: спокойно, Андрей, есть квартира тут недалеко. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним автовокзал. Едь домой в Кишинев, заработай еще. Езжай в Казахстан, найди Байконур, слетай на Луну и там бесплатно живи. Ну что, Одесса, встречай самую танцевальную молодежь! Умеем, включай. На сцене модные и стильные парни. И Лукас Кременчук. А чё вы летом в свитерах? У вас что, майки вязать не умеют, да? А чё вы в чёрном и танцуете? У вас что, хореограф умер? Ладно, мы в Одессе, надо победить! Пацаны, вы выехали из Стояновки, для вас это уже победа! Молчи, молчи, да я таких, как ты, в Стояновке в унитаз головой макали, по школе пинками гоняли! Дима, это всё с тобой было? Молчи, молчи! Пацаны, да чего вы такие напряженные? Что, у вас в команде девушки нет? Да, нету. Ничего страшного, у вас в команде баб достаточно. У нас в команде нет баб. Серьезно? Ну ладно, в общем, летний кубок. Ей надо победить. И Кучерявой тоже не баб? Что ты сказал? Эй! Как говорит мой дедушка бабушке, чё ты орёшь? Иди рожай в другое место. О, что сейчас начнется? Что сейчас начнется? Вы даже не представляете, что сейчас начнется. Драка. Вадим, успокойся! Не заводись, успокойся! Мы же в безвизе, мы хотим в Евросоюз. К таким надо быть толерантнее, понимаешь? Серьезно? И как живет молдавское село в Европе? Легко. Как два пальца об навоз. У нас в Стояновке просто асфальта нет. Ребят, успокойтесь. У меня есть анекдот, тему про безвиз. Попали, значит, как-то в яму украинец и молдаванин. И чё? Сидим пока.
Ты сейчас сам в этой яме будешь. Так, я сразу предупреждаю, я в детстве занимался карате и кабаре. Так что ко мне лучше не подходи. И чё? Сейчас. 3, 2, 1. Предлагаю баттл сексуальности 1 на 1. Ваш самый сексуальный и наш самый сексуальный. Ваня? Эу. Давай, наверное, я пойду. И что ты знаешь о сексуальности? Юр! Ваня, ну давай закури, ну это же сексуально, ну! Не, я не курю. Меня родители в детстве отучили об асфальт. Так у вас же нет асфальта. Молчи! Тихо, что вы орете-то? Эй, мужик, мы выступаем, давай иди кайфуй отсюда, давай! Какой мужик? Это наш тренер! Какой тренер? Кашевой! Вот видишь, кашевой, а должен быть смешной. Давай, иди! Ей-ей-ей! Это же Евгений Кашевой! Эй-ей! Евгений, мы же на вашем юморе выросли! Тяжело вам будет! Жень, да что ты такое говоришь? Все знают, что ты креативный, талантливый парень! А. Это просто нужно доказать. Начнем с креативности. Что ты подготовил? Представьте, Спиннер и Карлсон. Да, действительно тяжело нам будет. Так, хорошо, идем дальше. Какой у тебя талант? Могу песню переделать. Угу. Владимирский квартал, срок пожизненный. Все. Все понятно. Сейчас осторожней. У тебя последняя попытка. Да не буду я вам ничего доказывать. Женя, ага. А выступать с нами будешь? Я выступаю только в квартале. Хорошо, тогда прямо сейчас Стояновское шоу. Что, не слышали? Стояновское, давай. В общем, Стояновский квартал, включай. Пикари, сяросей, чепеп, друг. Так и наче паче, ту мой друг. Так и двадцать зива айл, братка он кал. Требуя сет привеж, десярый квартал. Айчку у меня за витрина, чьи арте фонарь. А их шпимик машина, зеленский главарь. А их шмерев зажигает десярый квартал. Bună seara, dragi prieteni, mă numesc Ivan Zelenov. Și avem un gost, 95-a solearcă, Crivoi Rot, Eugen Cașevescu. Cașevoi. Cașeloc. Cașevoi. Coșcu moi. Cașevoi. КВН. Cașevoi. Zelenski 2. Кашевой. Бритни Спирс. Я тебя последний раз повторяю. Кашевой. Сивоха. Значит так, слушай меня сюда, маленький черный цыган. Я не цыган. Я не цыган, я просто похож. Да? Что видишь? Майонез. Я не цыган, говорю. А если так, мохнатый? Шмель. На душистый хмель. Так вперед за цыганской звездой кошевой. Ой, просто повтори все. Просто повтори. Женя, Женечка, Евгений. Что случилось? Это просто номер. Извините. Мы шутим, прикалываемся. Извините, просто иногда хочется подойти к ведущему. Так, знаете, взять за горло и... Тихо. Ой. Не плачь. У меня новый пиджак. Не плачь, пожалуйста. А когда он против щетины гладишь, прикольно. Ай, больно. Как кошка-свинкс.
общем, Евгений, все уже закончилось. Так. Стояновка, стояночка. Вы что, реально решили Одессу удивить молдавским кварталом? Давайте так, мы покажем современное шоу. Я говорю, современное. Друзья, все вы знаете, что у американцев очень специфическое чувство юмора. В принципе, как и их телевизионные шоу. Джон Свит! И это... Шоу Свита! Да-да, дорогие друзья, сегодня ко мне в гости пришел любимец публики, популярный актер Грег Дилан! Ну и у меня логичный вопрос. Как дела? Ты не поверишь, Смит, все отлично! Тогда спасибо, что пришел! Спасибо, что пригласил! Это был Грег Дилан, парни, он сумасшедший, увидимся! Это по вашему шоу. Да. Вот у нас летом такое творится. Смотрите, выпускной в Стояновской школе. Уходите! Уходите, говорю! Но это же наш выпускной! Корабль, жизнь, путь, все такое, уходите! Димас, мы покушаем, вернетесь. Но вы же не скидывались! Учителя всегда не скидываются, уходите давай! Но мы 11 лет скидывались вам на шторы. Верните деньги! Вот вам ваши шторы! Уходите, говорю! Это не наши! Так и вы не из нашей школы! Уходите давай! О, парни, а почему такие мокрые? Неужели летом в свитерах жарко? Нет, потому что у нас есть летняя форма, ребята. Это, по-вашему, летняя форма? Ну, сейчас такое лето, не поймешь, чего ждать. А вдруг снег, а вдруг секс? Эй, Дима, у тебя что, не получается? Эй, не получается! Получается! Опа. Я еще купаться буду! Говорят, вода холодная! Боже мой, никакого стиля, фэшена, тренда, я в шоке! Что ты сказал, эй? Расслабьтесь, пацаны! Походу, вы этих слов никогда не узнаете! Тем более все понимают, кто из нашего тандема законодатель моды. Смотрим. Парни, вам надо остыть. Идите искупайтесь.
Куда вы пошли? Море там. Мы на речку. Ну, в таком случае, друзья, продолжим тему курортного отдыха. Вот такого отдыхающего видел каждый из вас на Одесской набережной. И если попало солнце в глаз, покупай очки у нас! Я перезвоню. Почем очелы? Смотрите, это моделька 300. Ага. Эти 200. Ага. Эти 50. Ага. Вот эти. Да, держите. Зеркало. Перед вами. Полароид. Конечно. Не, ну четко, четко. Сейчас, секу. Да, возле очел. Да, давай, жду. Я не буду за нее платить, она в песок упала. Ну где ты ходишь? Чешу ногу об дорогу, братан, уже прибег. Что ты тут? А челы выбрал? Почем? 50. Типа по 25 за очко, да? В мое время очко было 21. А ну дай намерю. Не, ну что, нормально. Да? Молодые люди, вы брать будете? Что ты нас подгоняешь? Стояли, нормально общались. Короче, беру. Не-не, я в руки не даю. Слышь, а я вчера сандали порвал. Купил вьетнамки. У тебя нема такого носка, чтобы вьетнамки держали? Нет. Не. Так ты подумай, нормальная тема для бизнеса. Мы следим за тобой. Жека, ну вот и все. Ты знаешь, мы с тобой встретились в Одессе летом, провели вместе один вечер. Да-да-да, курортный роман, типа, да. Мы на самом деле такие разные, вот пацаны из села, мы из города. Да, сразу с двумя навость. Жень, ну если серьезно, вот ты уедешь в Киев, мы разъедемся по домам. Не хочешь ничего сказать? Я вам позвоню. Когда пьяненький буду. Не раскисайте, мы в Одессе маме. Йоу!